Эй, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик, тем более, что Майнкрафт тут подъехал, как бы. Так что давай мы дальше посмотрим, что здесь да как. Это третья часть Ocean Block, под водой, на дне. Мы в куполе, над нами осьминоги, спруты. В общем, что я хочу в этой серии замутить. В общем, мы не сделали вот такой автохаммер. Я хочу сегодня его сделать. И хочу сделать печку из Tinker Construct. Вот, как-то так. Здесь у меня все... Помните, мы закидывали гравий. Вот, что получилось. Я добавил еще сюда один сундук, потому что он у меня забился. И поэтому здесь вот так вот получилось. Так, смотрим, что у нас тут. Эмеральдики, киноварь, апатит, сера. Пока, ну, такие материалы, но вот есть железка. Самое главное, что у нас есть, это есть алмазики. Но алмазиков у нас там еще полно, я даже еще не знаю, куда их тратить пока что. Так, ну, в принципе, да, уголь это тоже хорошо. Так, давайте, знаете, с чего начнем? Мы начнем с печки. Пережаривать пока будем кирпичики. Мне нужен, значит, гравий. Песок мне нужен. Мне нужна глина. И нужен гравий. Все, у меня все это есть. Все это мы соединяем. Все это мы соединяем, чтобы получить I'm Groot. О, даже два стака получилось. Ну, это даже... лучше, чем я ждал. Так, я думаю, что мы сейчас еще с вами одну печечку сделаем. Так, булыжник. Так. Одну печку сделаем еще. Пускай у нас две печки будет. Вот так вот. Бац-бац. Так, 21. Так, а у меня тут два угля таких есть. Но у меня вот здесь уголь есть, в принципе. Не страшно. Сюда закидываем, пережариваться. Так, все, отлично, это мы, значит, делаем. Давайте посмотрим, что, как делается там автохаммер. Значит, нам надо два стекла, два железа, железный молот, два редстоуна. Так, два железа есть, два редстоуна есть. Так, стекло. Два стекла есть. Так, а на молот тоже два железа надо. И три палочки. Три, я сказал. Блин. Так, все, делаем молот. Так, есть железный молот у нас. Есть железный молот. Два золота. Мне надо два золота, да? Так, золото, по-моему, у нас переправляется здесь. Можно мне золото. Походу нельзя, да? А вот нет, это не то. Так, вот можно. Пожалуйста, делай золото мне. Что там еще нужно было? Так, два стекла есть, два железа есть. Это все есть. Ну все, получается, ждем только золотишко. Долговато делать. Там... я что-то до сих пор... нет, а что ты... давай, перестань. Брось ты это дело. А, можно было бы и здесь, в принципе, переделать. Всего-то нам понадобилось 2 секунды. Но мы, как говорится, легких путей не ищем с вами. Поэтому все, у нас есть два золотишка. Теперь мы... делаем автохаммер. Автохаммер. Хотелось бы еще писать все на английском. Есть у нас автохаммер. Делаем. Все, есть у нас автохаммер. Получаем случайную награду. И это моб мейшер. А типа пилы какой-то, что ли? Ага, прикольно. Но она, скорее всего, работает... электроэнергии, да? Прикольно. Так. Ее заберем, пока скинем. Она нам, в принципе, не знаю даже, когда пригодится. Так, что такое автохаммер?
Автохаммер — это такая штука, которая будет нам в принципе перерабатывать. Я бы, знаете, даже что сделал. Где у меня стоит? Ага, у меня вот здесь стоит, да? А мы тогда, в принципе, я что-то париться тогда не буду. Так, мне надо вот с этой стороны, получается, подключить. Да, здесь у меня пошел уже. Так, а сюда я хочу сделать сундучевский этот. Так, как он у меня делается? Сейчас я посмотрю. Так, storage. Я вот такой хочу drawers сделать. Вот такой. Нужен сундук и еще 6 досок. Сундук и еще 6 досок. Вот так вот. Сундук и 6 досок. Все, есть drawers. Значит, я его ставлю сюда. Все. И у нас уже потихонечку будет... ну как, блядь. Гравий, вот, все. Гравий у нас будет делаться. Я просто не знаю, куда нам столько булыги, и что мы будем... Ну, в конце концов, это все равно заполнится. А я могу... так, у меня же где-то есть... Я делал, да, есть вот такая штука. Называется рычаг, и я могу... блин, пожалуйста. Я хочу тебя установить вот сюда. Нельзя на тебя устанавливать или что? А сверху я могу... И выключить. Нет, я не могу выключать, поэтому... Поэтому пусть тогда работает. Если что, мы просто... Да, просто его разрушим, да и все. И если нам столько уже не нужно будет гравия. Но гравий — это всегда хорошо. Это всегда железо. Всякие ресурсы. Мы можем получить случайную награду. Это кремний для Refined Storage. Но я думаю, что там пока еще далеко нам до Refined Storage. Поэтому... Так, ладно, с этим все понятно. Что у нас с пережаркой? Пережарка уже началась, давайте заберем, уже потихоньку начнем делать. Значит, что в первую очередь нам нужно сделать? Нам нужно в первую очередь сделать... А нам еще стекло бы пережарить. Но сейчас стекло мне негде, да, пережаривать. А мы, наверное, вот это все заберем. И вот это все сюда, ага, вот так еще закинем. Возьмем песочек. Есть песок у меня еще? Да, есть песок. Давайте, наверное, на всякий пожарный сразу штучек 16 нажарим. Пускай жарится, в принципе. Лишним точно не будет. Почему-то у меня здесь одно стекло лишнее осталось. Хотя я вроде два брал. Значит, в первую очередь, что нам нужно? Нам нужно скрафтить... Я вот уже забыл. Что нам нужно скрафтить, потому что там по-новому крафтится контроллер печи, по-новому крафтится, а чтобы его скрафтить, нам нужен смелтер, который крафтится, так вот, по-моему, из этой штуки, нет, так, это разливочная, вот такую штуку, вот, Мелтер нужно скрафтить. Так, здесь у нас получается идет 5 стекла и 9 таких штучек, кирпичиков получается, 9 кирпичиков. Я на не... А мне надо поставить, типа, вот видите, типа, нужно вот этот, эту печь засунуть в 4 слитка меди, чтобы получился вот такой смелтери контроллер. То есть нам в любом случае, получается, нужно скрафтить такую разливочку эту. Так, она крафтится у нас очень легко. Все, есть у нас. Есть, значит, что со стеклом? Есть стекло. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, есть у нас такая штука и... Вот, все, есть у нас такая печка. Значит, что нам еще нужно? Нам нужно куда налить, значит, нашу лаву. Лава. Угу. Одно стекло и вокруг него, значит, эти кирпичики. Все, есть у нас, получается,
А, знаете, еще что нужно? Еще нужно вот такой дрын сделать. Но не дрын, это типа... забыл, как это. Ну, типа, пускай будет рукав, по которому слив. Вот, слив. Все, я вспомнил. Это слив. Значит, давайте пока. Где он? Я хочу вот его поставить. Ну, пускай, наверное, здесь и будет стоять. В дальнейшем просто сейчас разберемся. Так, вот это я все вот так ставлю. Так ставлю, да? И вот так я ставлю. Все, есть. Надо 4 слитка медных слитков и медные слитки. Медные слитки. Получается, он из такой делает 2, получается. Значит, нам надо 8. Давайте вот так. И заодно проверим. Так, а где у меня ведро? Ведро. Вы не видели мое ведро? Есть вот ведро. Мне нужна лава. Все, есть лава. Это я сюда врубаю. Это я сюда вот так закидываю. Все, это пережариваю. А, 9 слитков будет. А если я один тогда уберу? А, это свободно на 9 слитков. Ага, да, 2 слитка. Все отлично, я понял. Я понял. Так, значит, нам, значит, нужно сейчас... Так, ведерочко здесь полежит. Вот эту штуку сделать. Тоже делается изи-пизи лимон-сквизи. Давайте сделаем. Все, есть у нас такая печка. Мы ее погружаем вот сюда и выливаем благополучно. Блин, не хватило. Очень странно, потому что вроде было написано там 2 слитка. Не знаю, давайте еще возьмем. Такое ощущение, что не 2. Может быть, я что-то не то прочитал, конечно. Ну, давайте. Ну, такое ощущение, что как раз еще 1 слитка не хватает там. Чуть пережарится. Все, пережарилось. Выливаем. Делается, да? Да. Есть. Есть у нас все. Смелтер-контроллер тоже есть. Получается, нам больше вот это не нужно. Так, это мы все снимаем, забираем. Все, отлично. Даже лава, получается, осталась. Это хорошо. Это хорошо. Так, значит, давайте нам нужно вот таких кирпичиков скрафтить. 7, это очень мало. 7, это очень мало. Мне таких нужно нормальное количество. Так, еще 14. Что-то мне, наверное, не хватит, да, всего этого. Ладно, давайте пока начнем, а там уже сообразим. Там уже потом сообразим. Так, печка. Ну, давай вот здесь вот так, в принципе, ты будешь у меня стоять, да, наверное? Или, наверное, вот так вот я сделаю. Все. Ставим сюда, это у нас будет... А зачем я так вот делаю? Она же потом будет высоко. Давайте сразу мы ее маленечко углубим. Сразу ее немножечко углубим. И это будет шикардосики. Я думаю, в принципе, вот нам вполне хватит и вот такого размера. Ну, такой глубины, точнее, на первое время, а там, если что, в принципе, мы потом ее улучшим. Так, это мы тоже все снимаем. Получается, нам уже не 29 нужно, нам уже нужно побольше чуть-чуть. Но сейчас мы, наверное, просто еще сделаем немного грута, потому что, ну, реально этого очень мало получилось, чем я рассчитывал. Так, что у нас тут пережаривается? Так, давайте так стекло можно забрать, скинуть сюда и подумать. Так, вот это больше смолтери нам не нужна, в принципе, потому что есть у нас контроллер такой. Это вот это. Так, все вроде, да, больше такого-то ничего там. А, надо будет еще эти драники сделать, чтобы сливать. Ну, это попозже, попозже.
Попозже. Мне нужно... Что мы хотели? Мы хотели еще сделать... Так, давайте я сейчас доделаю тогда печку и... Так, ну, в общем, я сделал печку. Доделал печку. В общем, показываю, что здесь. Здесь у нас танк для лавы. Здесь контроллер. По бокам я поставил такие сливочные бачки. К ним присобачил вот эти воронки. Вот с этой стороны и с этой стороны. Под ними стоит воронка и сундучевский. Чтобы сразу у нас Ага, я эти забыл еще сделать. Есть у нас один. Ну, в принципе, я думаю, что одного-то нам будет достаточно. Куда я его положил? Да. Одного нам будет в любом случае достаточно, потому что... Но... А куда нам очень много их? И в первую очередь я хочу сделать... Вот я оставил один кирпичик. Я хочу сделать первую плату. Отпечаток слитка нашего. Так, мне нужно золото для него. Мне нужно золото для него. Вот так, столько будет достаточно. Я думаю, что будет достаточно столько золота. Давайте тестим. Работает? Да, все. Начинает пережариваться. Мы сюда кладем. Самое главное, что заработало. Самое главное, что заработало. Давай это тоже сюда скинем. Есть у нас тут золотишко. Выливаем. Все, что-то еще осталось? А, даже еще один слиток остался. Есть у нас первое. Все, теперь мы можем, в принципе, спокойно переплавлять все ресурсы, которые, в принципе, теперь будут вдвойне удваиваться. Ну, это прям хороший такой шаг уже в нашей сборочке к удвоению ресурсов. Так, вот это я, наверное, пока сюда положу, пока нам это не нужно. Хотя, давайте, что у нас там золото лежит, мы его оттуда заберем. Так, вот это давайте проверим, сразу работает. Все, ушло? Да, ушло. Все, крутяк, крутяшенький крутяшок. Это мы скидываем. Скидываем. Что еще у нас здесь такое осталось? Ну, у нас, в принципе-то, осталось вот эту штуку сделать. Так, давайте тогда я сейчас... А, давайте с вами скрафтим вот эту землю. В мини-утилитис. Вот эту, да? Спавнит пассивных ботов. Ой, мобов. Или ботов. Без разницы. Так, 9 нам нужно. Забираем 9 штучек. И земельки забираем. Вот так. Все, крафтим. Крафтим. Так, насколько я просто помню, он сразу нам 8 даст, да? Нам 8 дали. Все. Забираем случайную награду, получаем сито. Ну да ладно. Сито так сито. Так, даже не знаю. Наверное, я их подальше туда куда-нибудь засуну, чтобы они не сильно орали. Где-нибудь я вот здесь с одного так много выпадает. Вот здесь я, наверное, как-то размещу их. Так, здесь что у нас? 5, 6. Может, еще сделать? Мне кажется, это будет очень маленькое. Допустим, хотя бы вот такого размера. Да, ну, пойдемте. Сделаем еще немного вот эти. И поставим там решетку. Забор, точнее. Поставим забор. Так, значит, нам надо еще 9. Ну, сейчас железо не страшно тратить, потому что, в принципе... А, у меня вон есть уже. В принципе, мы там уже нафармили. Тем более, я сейчас еще за кадром перекину вот эту нашу... Наш гравий туда. Пускай он тоже, в принципе, перемалывается. Так, есть железо. И есть еще немного этой нашей земли. Так, давайте мы ее... Одна осталась. И сейчас я схожу за загоном. Уже? Так. Стоять.
Стоять! Что там? Нам нужны палки. Так, я вот это возьму, это закину сюда, переделаю. Значит, нужны палки. И там я уже кур слышу. Куры, стоять. 6. Пускай будет 15. Так, все, бежим. Бежим, бежим. Ну все, вы уже пошли по своим делам гулять, я понял. Так, стойте, 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 стойте! Что здесь началось? Все. Вас, мне кажется, слишком много теперь стало. Так, так, ну в общем, я маленечко здесь разобрался уже. Маленько. Мне кажется, лишку я заделал этой земли. Что-то, ну то есть какой-то кавардак, бардак. Я не понимаю, что происходит. И сейчас с них какие-то маски падают. Но эти маски почему-то не падают в инвентарь. Я вообще не понимаю, куда. В общем, ну все, у нас есть 6, у нас есть ведро молока. И мы выполнили этот квест. Еще дают нам шерсти, еще дают нам молока. Куда столько молока, я даже не знаю. Ну, мы его... Я могу выпить. Да, одно ведришко мы выпьем, а одно мы оставим здесь. Пусть, в принципе, будет. Так, наверное, я сейчас зайду сюда. И мирные существа я сделаю так на 5. Потому что, ну, они изнасилуют все наши уши. Реально. Что-то я реально маленько переборщил. Я просто не знал, что они как бешеные будут спавниться. Я думал, ну там, дай бог, там раз в тик там кто-то там. Ну не в тик, точнее, там один раз там в 10 минут кто-нибудь заспавнится. Но они как бешеные начали спавниться, я чуть сам не охренел. Так, что я еще хочу в этой серии сделать? Я хочу сделать вот такую штуку. Сиаму, типа какого-то подводного мотылька, и в принципе отправиться на путешествие, там всякие острова какие-то, плоты. В общем, для этого нам нужно маленько разрыхлить мод, который называется механизм, потому что чтобы нам увеличить вот этот титаниум, да, нам нужно из него так камеру обогащения. Нам нужно сделать камеру обогащения, чтобы получить пыль с титаниума, чтобы мы получили больше ресурсов. Поэтому давайте откроем механизм. И первое, что нам предлагает, это сделать металлургический наполнитель. Нужно 4 железа, 2 печки, осми. Ну, в принципе, несложно. Так, осми у меня. Осми. Есть осми. Давайте возьмем его. Каким образом мы сейчас его с вами переработаем? Так. А где у меня? Вот сюда все скинули. Так, осми, значит, закидываем сюда. Ищем здесь осми. Так, это алюминий. Осми. Все, есть у нас. Делайся осми, пожалуйста. Делается он быстро. 5 секунд. И у нас готово. Вот у нас уже есть 2 штучки. Ну, даже одну. Так, 2 печки. Это 16 булыги. Еще он... когда можно ее сразу в принципе переделать все в эту. Так, это тоже сюда скинем. 16. Все, есть 16. Делаем 2 печки. Есть 2 печки. Мне нужно 2 пыльки. Блин, как-то странно все берется. И 4 железа. 4 железа. А зачем я... Блин, я же мог... Ой, я что-то тупнул. Надо было в Tinker Construct же сделать. Ну ладно, мы просто побыстрее это сделали. В следующий раз мы все это будем делать в Tinker Construct.
в печке Stinger Construct, потому что там нет-нет, ну, руды не удваивается, но в полтора раза больше точно у нас получается. Я что-то не понимаю. Мне кажется, или я как-то увеличил. Было 2, 4 было. Ладно, либо у нас там уже было 8. А зачем мне даже не надо? Вообще было 1, в принципе, слиточек. Так, вот так, 2 печки по бокам. А, все, я понял, я, видимо, не то взял. Вот, 4, все, есть 4 по бокам. 4, вот так, наверное, так. И все, у нас есть металлургический наполнитель. Давайте получим награду. Мы получаем необычный мешок шейдеров. Так, это пока нам точно не нужно. Это нам пока не пригодится. Металлургический наполнитель. Так, давайте мы его пока куда-нибудь... Вот сейчас давайте вот так маленько подровняем. В принципе... Ага, все, он мне... Вот так. Вот скинем. Скинем. Земельку тоже скинем. Все, вот так, металлургический наполнитель есть. Давайте его сюда поставим. Отлично. А, нужна энергия. А, чтобы получить энергию, нам нужно сделать вот такой теплогенератор. Давайте посмотрим, как он делается. 2 меди, 1 осмий, железо. Ну, так это вообще легко. А, медь. Давайте медь мы закинем. Пускай делается. Вот так вот сделаем. Закидываем. Здесь так включаем. Все. Пускай делается. Делаются слитки меди. Пока нам нужно сделать печку. Для печки нам всего нужно 8 штучек. 8. Так, 2 доски. Печка есть. Так, 1 осмий. 1 осмий, 1 осмий. Уже 5 здесь. Я... А, ну было, да, я же один сюда скидывал. Так, 2 меди есть. Может быть... Ладно. А, и 3 железа. 3 железа, 3 железа. Так, надо будет еще туда... Положить, пускай делается. И есть теплогенератор. Есть теплогенератор. Его мы поставим. Так, вот это, наверное, все-таки. Все-таки теплогенератор мы поставим вот здесь. Так, случайно награда. Ой, это джетпак мне дали. Базовый реактивный ранец. Ничего себе. Но заряжать нам все равно пока негде. Поэтому. Но это уже. Вот это уже хорошее. Хорошее начало. Блин, книги. Потому что они там точно не пригодятся. Поэтому. Так, скинем сюда. Что я хотел? Так, я хотел посмотреть трубы. Так, труб у нас тут нету, но у нас есть базовый энергетический куб. Что нам здесь нужно? Ага, я понял. Значит, мы берем вот так. Так, вот эти трубы у меня же где-то есть. Да. Так, насколько я понимаю, если я буду делать вот так... И вот так. Здесь я включу. Так, это перестань баловаться. И если я нажму вот так, то у меня... так ты делаешь? Делаешь. Не пошло, да? А, у меня... Я понял, она сейчас сначала вот эту заполняет. Так, 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 так. Все, поступает. Все отлично.
поступает, значит, теперь у меня есть, в принципе, неограниченное количество электроэнергии. И давайте сделаем, наверное, вот такой базовый куб. Для него нужно в металлургическом наполнителе взять редстоун и наполнить. Так, а нужен один миллибакет. Это... Так, сколько их мне нужно, получается? Их нужно мне 4 штуки. 4 штуки — это 4 железа, которого у меня уже, в принципе, нет. Давайте тогда мы еще вот... Вот эта железка... Ага, переработаем. Так, вот эта железка... Так, в общем, я сейчас тогда все подготовлю, переплавлю и вернусь. Я подготовил ресурсы. В общем, вот у меня там еще осмим... Пережаривается. Так, возьмем, значит, немного железа. Давайте возьмем железо, осмия и золото. В общем, что нам первое нужно сделать? Нам нужны вот такие наполнители. То есть мы берем, кладем сюда 4 железа. И получается 8, да, как я понимаю. Так, давайте 4 закинем. А, нет. Получается 4 железа. 4 пыли. Все, я понял. А я-то почему-то подумал. Да, все верно. Все, 4 таких штуки делается. Что еще нам нужно сделать? В принципе, у нас все остальное вроде есть. Сделаем 2 таких. 2 так, 2 так и 2 так. Так, есть у нас, значит, вот эти штуки. Планшеты. Стальной корпус. Кстати, стальной корпус. Ага, нам надо стекло, структурное стекло. Это нужно 4 железа мне пожарить. А я что, могу прямо сейчас это сделать? Это, в принципе, есть такое. Все, железо у меня жарится. Мне нужно стекло. Стекло тоже 4 штуки. Да, вроде? Вроде 4. Да, все верно. А нет, даже одно мне надо... Получается всего лишь одно стеклышко. Проверяем, есть 4 сплава. Кладем сюда. И получаем 2 энергетических планшета. Все, отлично. Получается, осталось только сделать корпус. Так, это мы сейчас сделаем. И стальной слиток. Так, стальной слиток, это мне нужно. 4 стальных слитка, это значит... Опа, это собираем. Так, давайте сразу сделаем структурное стекло. Есть структурно 4 структурных стекла. Сюда мы кладем 4 слитка таких. И получается 8 мне надо угля. Все, у нас это делается. И получаем мы все. Мы, у нас все это есть. И получим энергетический куб. Так, отлично. Так, теперь мне нужно сделать... камеру обогащения. Камера обогащения у нас делается... Это не то. Вот, камера обогащения. Значит, ну нам надо сразу, получается, еще... Давайте еще 4 и еще 8. Вот так сразу. Сразу сделаем. Еще один стальной этот корпус. Так, получается, еще 4 мне нужно сюда закинуть. И... взять еще одно стекло. Так, одно стекло есть. Все. Это у нас на стальной корпус. На стальной корпус. Так, камера обогащения. Это есть, это есть. Как делается базовая схема? Нужно 2 редстоуна на 1 осмиевый слиток. То есть это 4. Ну все, у меня, в принципе, должно хватать. Тут у меня как? Это так быстро... Ай, это так быстро лава уходит. Я вот просто проверял, и у меня лава была полная. У меня просто вот эти штуки... Я смотрю, вот эти штуки валяются, и я подумал, что... это... Так, это, видимо... Переделываем. Блин, ну это жесть тогда, это жесть. Так быстро лава уходит, это же вообще.
просто вот улетучивается на глазах. Так, давайте сделаем стекло. Еще одно стекло сделаем. Все, есть стекло. Так, тогда обратно я тебя включаю, потому что я думал, что это... Блин, надолго нам это хватит, а я прям смотрю, что не так уж и надолго это хватит. А если мы сейчас еще... Ну, в принципе, мы сделаем энергетическую ячейку, она у нас будет заполнять. У нас там будет храниться миллион, по-моему... 1 600 000 энергии, поэтому я думаю, нам этого будет достаточно, потому что здесь сколько всего? Тут 64 000, а там 1 600 000. Поэтому мы ее сразу заполним, и там уже можно будет отключать, потому что они вот эти капсулы начинают прям везде валяться, и это очень странная механика этой игры. Так, у нас практически доделалась сталь. Теперь, я как понимаю, эту сталь еще нужно пережарить. Есть, а я могу эту сталь пережарить вот здесь. Да, я могу эту сталь пережарить здесь, чтобы мне не тратить уголь зря в этих печках. Кстати, я вот это заберу, а вот это разделю. Вот так. Потому что уголь, я чувствую, идет, очень много угля уйдет на сталь, поэтому уголь лучше маленечко сохранить. Так, сталь у нас переделалась. Давайте закинем сюда 2 осмия. И получается 8. Ай, 8. Надо было 4. Ну, да ладно. Да, надо было всего лишь 4 закинуть. А теперь вопрос. Хватит ли мне тут 4? Так, и тут... Где камера обогащения? И тут 4. Ровно. И нужно мне, значит, сейчас будет взять пыль. О, реконструкция. Взять пыль и... Так, как там делается у нас? Ага. 2 осмия посерединке. Это здесь, это здесь, это здесь. И... Вот так. Все, есть, значит... 2 остальных корпуса. Два остальных корпуса есть. Есть у нас и 2 таких. В принципе, все, у нас все готово. У нас все готово для камеры обогащения. Делаем камеру обогащения и делаем энергетическую ячейку. Она делается так. Так. Это по бокам. И осмий. Нет. Железо. Наверное, железо. Да, делается железо. Все у нас есть. Значит, вот это мы забираем. Отлично, это мы ставим, все это пошло у нас. Здесь сразу, так, это безопасность, настройки, вот настройки выхода. Сразу делаем по бокам выходы, сюда ставим эту штуку, а сюда ставим вот эту штуку. Все, заполнилось? Заполнилось. Отлично, отлично, даже остался редстоун и даже осталась электроэнергия. Для чего мы все с вами это делали? Это мы делали для того, чтобы... Так, получим случайную награду и получаем обсидиановую лодку. Обсидиановую лодку? А куда мы на ней сможем плыть? Обсидиановая лодка, которая идет на дно. Это очень странно, потому что это максимально очень странно. Плавать на обсидиановой лодке. Ну, да ладно, с этой обсидиановой лодкой. Что я хотел дальше делать? Это... Что? А, это... И еще случайную награду мы... Дубликатор мобов. Я не знаю. Я не знаю, что за дубликатор модов и что мы будем дублировать. Ну да ладно. Так, это мы сделали. Так, здесь тоже можем получить случайную награду. И получаем снова розовую линзу. Ничего интересного. Тут что? А, да, есть такой. Я получал еще один биг... Креатор. Поставим сверху. У меня уже этих биг креаторов. Так, берем, значит, Explosion и смотрим, что там нужно было. Нам нужно 2 титаниумового блока, а это титаниум. Титаниум есть у меня 56 здесь и 1 здесь. Я понял. Так.
Все, тогда один мы возвращаем на место. И в камере обогащения мы закидываем. Все, пошло, пошло, поехало. Лава, ты как вообще по жизни? Все, все это идет. В общем, тогда я подготавливаю ресурсы на нашу вот эту машинку и возвращаюсь к вам. Так, быстро у нас включение. В общем, мне пришлось сделать энергетическую плавильню, чтобы пыль перемалывать, ну, точнее, переплавлять уже в слитки, потому что печь не берет. Видимо, не хватает температуры, что ли, я не понял. Здесь пыль нельзя перерабатывать, поэтому пришлось сделать такую энергетическую плавильню, и теперь мы можем плюсом еще в механизме получить вот такой награду, такую награду точнее, и мы получаем... Отлично, это вообще, вот это хорошо, базовое флаксовое энергохранилище. В дальнейшем мы в любом случае поставим вот этот Flux Networks, потому что это просто самый, наверное, один из обалденных модов на энергию, на передачу энергии, на хранение энергии. Это прям, ну, мега реально мод. Так, ладно, я пошел дальше доделывать нашу машинку и вернусь. Ну все, в принципе, у нас уже все готово. Серебро. Свинец я уже сделал. Так, что там еще нужно было? Серебро. Стекло. А, ну титаниум. Титаниум у меня что? Все, у меня титаниум тоже уже сделался. Берем, мне нужно два таких блока. Есть два титаниума. Серебро я взял. Это я взял. Так, Energy Power Cell я сделал, она там вообще изи делается, в принципе, ничего сложного. Серебро, два титаниума и два меди. Две меди, точнее. Так, ну все, получается тогда там сия. И есть у нас вот такая штучка. Ее мы рассмотрим. Для нее, во-первых, нужен какой-то выход. Я сделаю небольшой какой-то шлюз, может быть. И в следующей серии мы уже посмотрим, поплаваем по островам, посмотрим, что есть вообще интересного. Потому что я хочу немного добыть ламинария. Вот, а почему квест не засчитался? Видимо, потому что нужно было вот эти штуки делать. Хочу добыть ламинария вот для дайвинга, для дайвинговой маски, файбер, вот нужен ламинарий. Поэтому в следующей серии мы уже отправимся в путешествие, в приключения. Так что всем до скорого, спасибо за просмотр, за ваши лайки, подписки, комментарии. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. Всем огромное спасибо, пока-пока.